Воспитанники клуба «Звездный вальс» масштабным выступлением открыли конкурс танцевального искусства во Дворце спорта города Видное. Именно этот клуб, руководитель которого Игорь Турукин, в прошлом призер-победитель мирового уровня, и стал создателем такого брендового турнира. Вот уже 8-й раз мы встречаем гостей фестиваля, который зарекомендовал себя на уровне Российской Федерации. И поддержку правительства Московской области мы ощущаем, когда проводим такие мероприятия. Конечно же, красота спасет мир. И посмотрите, какое здесь количество таких замечательных, красивых мальчишек и девчонок. Они будут показывать свое умение всем нам, своим родителям, зрителям, судьям. Поэтому, ребята, добрый путь, удачи вам всем. Победители. 8-й всероссийский танцевально-спортивный конкурс собрал почти 2000 спортсменов из 15 регионов страны. Чемпионы Москвы и многократные победители призеры турниров разных уровней Кристина Стрельникова и Илья Василевский своим танцем предварили выступление детей, в одном из которых ребята вальсировали под музыку известной песни военного времени «Землянка», тем самым знаменуя День Победы. В этом году Дворец спорта города Видное предоставил участникам танцевально-спортивного марафона две площадки для выступлений. Тренировочный зал, мы его назвали «Малый зал». И там весь день у нас сегодня проходят начинающие танцоры. Дети, которым всего 4 годика, и которые только делают первые шаги в танцах. Большой плюс в том, что здесь дети могут получить спортивные разряды себе массовые. Присвоить либо подтвердить. На вашем турнире не первый раз уже, в замечательном городе Видное, в замечательном дворце. Все чудесно, все очень здорово, но хочу сказать, что с каждым годом все больше и больше набирает турнир свои обороты, что замечательные пары высокого уровня, профессионализма, замечательная судейская панель. Около 12 часов длился праздник красоты, грации и музыки. Трибуны Дворца спорта города Видное в этот день были заполнены видновчанами и родителями выступающих детей, приехавших к нам со всей России на 8-й всероссийский турнир по танцам «Звездный вальс». Людмила Медведева, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.